жалко, дом жили. Во время взрывов на военном складе в Балаклее артснарядом накрыло частный дом семьи Десятниченко. Теперь жилье людей ремонту не подлежит. Я вообще знаю, что с ним делать. Не восстановить. Это уже не дом. Это все надо убирать. Это туда только убирать, только надо мне, я не знаю, мне же не хватит сил, чтобы убрать. А строить я уже не знаю. По данным областных властей, осколки разорвавшихся боеприпасов разлетелись на площадь более 30 гектаров, из которых 16 – это черта города и еще 14 – прилегающих к Балаклее районы. Всего во время чрезвычайной ситуации в городе Балаклее были повреждены 117 многоквартирных домов, около 10 объектов социальной сферы, а также разрушено 228 домов частного сектора. 100 миллионов гривен для пострадавших жителей выделил Кабинет министров. Еще 10 миллионов было выделено из резервного фонда областного бюджета и 2 миллиона гривен из районного. А 26 апреля при содействии главы области Юлии Светличной Кабмин выделил еще 45 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на ремонты поврежденных зданий, а также приобретение жилья для 27 семей. На данный момент основные работы по замене окон и ремонту кровель в многоквартирных домах в Балаклее выполнены. Строительные работы по внутренним конструкциям и откосам жилого фонда будут завершены до 1 июня, обещают чиновники. Что касается частного сектора, то из 228 домов уже отремонтированы чуть меньше половины, остальные в работе. Хотя город восстанавливается в ускоренном ритме, многие его жители все еще нуждаются в элементарных предметах обихода. Ведь большинство частично или полностью лишились нажитого имущества. Депутаты фракции блоку «Порошенко Солідарність» звертаються до наших колег з фракції обласної ради щодо додаткового виділення 30 мільйонів гривень для того, щоб направити ці кошти мешканцям Балаклівщини для ремонту, надання матеріальної допомоги, проведення ремонтних робіт в приватному секторі. Я впевнений в тому, що наші колеги підтримують таку пропозицію. Я впевнений в тому, що кошти будуть виділені і ті проблеми, які на сьогодні є в приватному секторі, ми разом вирішимо. На очередной сессии областного совета фракция блока Петра Порошенко «Солидарность» будет настаивать на внесении этого вопроса в повестку дня. Пленарное заседание сессии назначено на 25 мая. Ирина Сайко, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».